Не поднялись на пьедестал, но получили бесценный опыт, который пригодится на военной службе. Команда из Чувашии впервые представила регион на спартакиаде кадетских корпусов Поволжья. Она прошла в Перми. Для кадет подготовили немало испытаний: метание гранат, подтягивание, эстафета, бег на 1000 метров и марш-бросок. Ребята из Чувашии к спартакиаде готовились упорно, но не хватило опыта. Приходилось сражаться с призерами прошлого года. Даже несмотря на жесткую конкуренцию, наши кадеты завоевали награды в личном первенстве за сочинение на патриотическую тему и стрельбу из винтовки. По итогам спартакиады чувашская команда набрала более 20 баллов и заняла 6-е место. На первой ступени пьедестала хозяева соревнований. На полосе препятствий мы сталкиваемся с ней в третий раз. Мы мало к ней готовились. В отличие от Пермского, их корпус – это их территория. И им там было намного проще, чем нам. Они знали там каждый участок. Полосу препятствий они с момента поступления туда тренируют. Мы не ожидали, что будут такие сильные соперники. Но все-таки мы смогли взять какие-то места, которые не влияли на то, корпус мы или школа. Мы взяли всего 4 кубка. 2 кубка взял наш командир в личном первенстве и 2 командные. Для ребят такие соревнования важны, ведь благодаря им будущие военные улучшают свою физподготовку. В следующем году чувашские кадеты намерены взять реванш у призеров спартакиады. Намечены и другие выезды. В ближайшей перспективе вы все знаете, что за нами закреплены 2 шефские организации. И в этом году, в ноябре, мы планируем 2 выезда. Это в село в Савослейку, войсковую часть, посмотреть авиационную базу. И мы поедем в Академию Жуковского и Гагарина, в город Воронеж, где-то 15-16 ноября еще. Ну, в Академию, конечно, заберем самых лучших старшеклассников, которые готовы, которые готовятся поступать в военное училище.